Вы все наверняка помните историю кошечки Мали. Но я напомню, она попала к нам уже слепой. У нее было воспаление глазниц. Сначала лечили воспаление, а потом сделали операцию. Так, это наша Мали. Один глазик прям уже совсем зажил, второй чуть-чуть. Вот здесь вот осталась у нас маленькая штучка. Так, в принципе, он тоже уже зажил. Сейчас мы будем делать чипирование. Давай номер. Угу. Ничего тебе, девочка. Аня, одной ручкой придержи, пожалуйста, мне, чтобы она не уходила. Угу, все, чип там. Сейчас мы еще все проверим. Юзелька. Молодец. Кто это у нас тут даже не пикнул? Мурчишь? Ты мурчишь, Мурка. Такая спокойная вообще. Ласковая тоже очень. И толстая отъелась. Малышня, идите, встречайте. Привет, привет. Иди, все проверяй. Не бойся, маленькая моя сладкая. Там туалет. Иди, все понюхай. А моим интересно. Теперь ее зовут Сири. Она очень контактна, дружит с кошками, любит людей. Ей всего годик. И мы ищем ей дом. Что такое слепая кошка? Она ничем не отличается от зрячей. Только она более спокойна и осторожна.